стороне не остался тогда и наш великий академик, хранитель Корана, ценитель ислама, там, в общем, все, и заслуженный стоматолог Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он тоже не остался в стороне. Он тогда активно тогда проводились какие-то. Тумсо, так почему вы изменили свой подход к разборкам с вашими оппонентами? Ведь ваши разговоры с Иудом и с Джон Боксом. Бисмиллях, вальхамду лиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях, вабаад, ассаляму алейкум, рахматуллах. Приветствую вас, дорогие друзья. В 2017 году, примерно в это время, то есть 5 лет назад, в Мьянме был произведен геноцид мусульман, небольшого народа, рахинджа. Тогда эта история прогремела на весь мир, в ООН по этому поводу выступали. В стороне не остался тогда и наш великий академик, хранитель Корана, ценитель ислама, там, в общем, все, и заслуженный стоматолог Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он тоже не остался в стороне. Он тогда активно тогда проводились какие-то прокадыровские митинги, то есть митинги, которые организовывались властью, они проводились и в Москве напротив посольства Мьянмы, они проводились и в Чечне. Тогда выступали всевозможные кадыровские чиновники, такие как, например, Жамбулат Умаров, говорили какие-то религиозные вещи, что там, мол, вот, нужно защитить этот народ, Мьянма там очень плохая страна. И Кадыров тогда даже, можно сказать, пошел в конфликт с Кремлем. Не совсем, конечно, конфликт, но можно так сказать. Кадыров тогда заявил, так как официальная версия, официальная позиция Кремля была не столь категоричная, Кадыров сказал, если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, шайтанами он тогда называл правительство Мьянмы, которые сегодня совершают преступления, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция, говорил тогда Кадыров. Главными шайтанами для Кадырова, главными врагами ислама для Кадырова тогда было правительство Мьянмы. И вот парадокс. На днях руководитель этой страны, Мьянмы, приехал в Россию с частным визитом. И об этом говорю не я, Тумсо Абдурахман, об этом официально нам говорит Интерфакс. В посольстве РФ подтвердили визит лидера Мьянмы в Россию. Он приехал в Россию на открытие какого-то культурного центра. То есть визит не официальный, не государственный, а частный. Чем отличается? Тем, что он, ну, не должен проводить никакие официальные встречи на государственном уровне, а просто посетит открытие этого культурного центра и сможет вернуться. И как вы понимаете, здесь вот пишут, что он проведет 3-4 дня. То есть его поездка продлится 3-4 дня. В то самое время, когда Кадыров садится перед аудиторией, собирает всех своих сторонников и рассказывает им о том, что главными шайтанами сегодня являются украинцы, украинские нацисты, что их сегодня нужно убивать, уничтожать, что там чуть ли какая-то священная война, что все эти годы Кадыров, оказывается, с таким трудом терпел, как они измываются над религией, занимаются богохульством. Украинцы. Все эти 8 лет, пресловутые 8 лет, о которых нам со всех утюгов и чайников российских спрашивают нас, где вы были 8 лет. Все эти 8 лет Кадыров, оказывается, сидел и точил зубы. Он все искал какой-то причины, чтобы напасть на Украину. Ему нужен был приказ от Путина, чтобы наказать этих главных шайтанов. Но вот почему-то 5 лет назад главными шайтанами были для Кадырова не украинцы. И что изменилось? Почему бы Кадырову сегодня не поднять этот вопрос, не попытаться как-то цивилизованным способом, разумеется, ни к чему не призываем, вот как-то наказать этого главного шайтана 5-летней давности, который сейчас приехал с частным визитом в Россию, почему бы как-то к ответу его не попытаться? Если он
призвать, да, если он совершал военные преступления, соответственно, его нужно за это наказать. Может быть, Россия официально задержит этого военного преступника и отдаст его на военный трибунал в Гаагу, или, может быть, в России его осудят в стране с самым честным судом, самым гуманным, в стране, по версии Кадырова, которая защищает интересы мусульман во всем этом мире. Может быть, вот сейчас тот самый момент, когда нужно отвлечься от украинских нацистов и бандеровцев, бендеровцев, по версии Путина. Может быть, как пока вот оставить их на второй план, отодвинуть и попробовать вот этого шайтана привлечь к ответственности. Насколько я понимаю, эта информация вчерашняя, то есть он сегодня, то он был вчера, сегодня и завтра еще как минимум Кадыров, он будет в Москве, он будет открывать культурный центр. Позаботьте, пожалуйста, об этом. Подумай, как можно привлечь к ответственности этого шайтана. Одна Чечня страдала, только бедный. Я другие нет, ты нацист, и чеченцы, большая часть нацисты, как и казахи. Сулейман, я не знаю, чем мы тебя так населили. Страдала не только Чечня. От России сегодня продолжают страдать сирийцы, сегодня от нее страдают украинцы, до этого от них страдали грузины. Мы, к сожалению, не единственные и далеко не последние, я так подозреваю. И украинцы будут, я думаю, не последними. Поэтому, это не делает нашу беду легче, нашу трагедию легче и меньше это не делает от того, что там еще другие пострадали. Типа, ничего страшного, другие тоже пострадали. Чего вы типа жалуетесь, если это такой подход, то нет, нам не легче от того, что еще кто-то страдает. Своя боль, она всегда ближе, ты ее сильнее чувствуешь, чем чужую. Но это не мешает нам сопереживать за других. Но при этом, конечно, своя боль, она для нас более ощутимее. Мы хоронили своих родных и близких. Мы до сих пор видим инвалидов, оставшихся после российских бомбардировок. Мы сегодня знаем лично сирот, которые остались после того, как Россия казнила их отцов или матерей. Я сейчас говорю не про военных. У меня нет никаких вопросов, когда военные там убивают друг друга. Ну, на то она и война. Я сейчас говорю про многочисленные зачистки, которые совершала российская армия в Чечне, после которой просто ни в чем не повинные мужчины, которых находили у себя дома, фермеры, пропадали без вести. Либо потом находили их запытанные трупы. Я это все видел, как и практически все чеченцы. Мы это очень хорошо все помним. Здравствуйте, Тумсо. Скажите, пожалуйста, почему вы так не любите русских людей? Я знаю вашу историю и поддерживаю чеченцев, но как-то вы в целом не любите русский народ. У меня нет никакой отдельной ненависти или любви к русскому народу. То есть я не выделяю этот народ из числа других народов, как, допустим, китайцев, там, испанцев или кого бы то ни было. Поэтому я не знаю, с чего вы решили, что у меня есть какая-то ненависть к этому народу. Я очень хорошо, легко и свободно общаюсь с русскими людьми. При этом есть немалое количество русских людей, очень уважаемых мною. Есть также среди этого народа люди очень неуважаемые и нелюбимые. Но это ни в коем случае никак не отражается в целом на народе. То есть я, хвала Аллаху, я как-то лишен вот этого вот помазывания всех одной краской. Я прекрасно понимаю, что не могут быть все плохие и не могут быть все хорошие. Поэтому с русскими, как с этносом, как с народом, у меня нет к ним ни любви какой-то отдельной от других, ни ненависти отдельной от других. Однако к России, как к государству, у меня, да, есть претензии, и эта страна, как государство, является для нас вражеским. А эта страна держит в оккупации наше государство, мое государство. В этом плане, да, но если вы проводите знак равенства между Россией и русскими людьми, русским народом,
то это вопрос к вам, а почему вы тогда из этого, из числа людей, ассоциируемых с Россией, почему вы тогда исключаете все остальные народы, которые тоже входят в ваше государство? Некоторые добровольно туда входят, они ведь тоже часть вашего государства. В общем, я не провожу такого знака равенства, чтобы вы понимали. Для меня есть четкая разница между конкретным народом и государством. Тумсо, так почему вы изменили свой подход к разборкам с вашими оппонентами? Ведь ваши разговоры с Иудом и с Джамбоксом переводили на русском, и это вызывало резонанс. А что поменялось сейчас? Эфир и Сугу. Ничего не поменялось, Надежда, в этом плане, если говорить про этих товарищей, с ними ничего не поменялось. Если будет желание у них пообщаться со мной или какой-то момент, где мы пересечемся, это снова общение произойдет публично. Оно, скорее всего, будет переведено на русский, если это будет возможно, если это будет интересно для русскоговорящей аудитории. Ничего в этом плане не изменилось. سأزيل صدودا وقيودا وسأنتظر